Дорогие друзья, наш марафон продолжается. Как вы помните, в прошлый раз мы рисовали салют. Уже поступило много работ. Салют рисовали и взрослые, и дети. Работы получились яркие и праздничные. Сегодня мы будем рисовать мирное небо. Всех приглашаем к участию. Присылайте свои работы и закрепляйте их в комментариях. Здравствуйте, я Надежда. Сегодня со своими внуками в честь юбилея Великой Победы мы нарисовали этих голубей. Так давайте же все вместе запустим их в мирное небо. Мой папа, Макаров Александр Константинович, прошел всю войну, был в окружении, закончил войну в Норвегии, имеет награды за боевые заслуги. Вечная память всем, кто не вернулся, защищая нашу родину от врагов.